10-е и 123-е. А тут остаточный талон? А у меня как бы интернет куплен. Что-что? По интернету куплен. Да, 10-е и 123-е. Сейчас посмотрим. 153-е, да. 59-3. Я по интернету купил в пятницу. Сказали, что все нормально. Можно заходить с паспортами, все здесь. И ответственные двое у меня на улице там в толпе. 10-я моя и 153-я еще. 10-я Комонов. И 153-я Поздняков и Михалева. Ваши талончики в ресторан. Да, да, хорошо. Вот двоих пусти, я уже взял. Пошли, Лёш, я взял. Вот, 153-я. Вот здесь. Мою вот, ну я пойду туда. Ну сейчас посмотрю, что. Вот здесь 153, а я пойду туда располагаться. Короче, нам ничего не надо. Ничего, все, талон мы взяли наверх. Нам, наверное, принес бы, если что, будешь таскать через это. Нам сюда принес бы. А туда взять фотоаппарат? Да, 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 сейчас. Ева. Третья, последняя должна быть. Она и то открывает одним ключом. Там открывает. Ну что ты сделал? А там открыто было? Ключ. Конечно. Она двухместная. Трех. Там где третья. А фиг знает. Вот вверх. А может вот это раскладывать? Вот это, Лёх. Ага. А? Это, скорее всего, да.